Ребята, здорово всем. Представьте, нашел лисички. Нифига себе их. Ху-ху, вот это мы сейчас. Гляньте, настоящая лисичка. Красота. Конечно, собираем. Гляньте, здесь даже под листвой. Вон там. Вон они, лисички. Ух ты, не зря я здесь остановился. Вон там. Ладно, короче, собираем. Так, вот они. Красавицы, давай сюда. Вау. Хорошо. И палочка как раз пригодится. Так, вот они спрятались. Красотки. Вот это лисички, я понимаю. Вот они. Ну что я могу сказать? Это первые лисички, которые я вообще собираю в жизни. Потому что там, где я живу, там полно польского, белого очень мало, короче. Зонтики всякие. Подберезовик. А вот лисичек — это редкость. Ну что, будем искать дальше. Они под листвой где-то, блин, прячутся. Ага, уже аккуратненько. Вот они. Ух. Замечательно. Так. Это просто красота. Собирать их, конечно, удовольствие. Они так легко отделяются. Я буду искать везде. Так. Вот еще. Что-то есть. О, а это что за гриб? Ой, какой красавчик. Чистенький. О, вон еще он прячется. Блин, задрали. Так, ладно, аккуратно надо идти, потому что, блин, ой, ничего не повредить. Ну-ка, гляньте, какие красавчики, вообще мощные. Так, ребята, еще лисички нашел. Вот они. Какие красивые. Да, как раз вот где начинаются лиственные. Начинают лисички, блин, расти. Вот они, красавчики. Так, пока вот на одном месте я насобирал, они только полезли. Ну, это я специально, чтобы на заставку сейчас сделать фотографию. А после всего этого я уже продолжу дальше сбор. И как всегда, народ, смотри следующее видео и подписывайся на канал.